Тем временем городские власти утвердили повышение платы за питание в муниципальных дошкольных учреждениях. Теперь родителям придется платить на 50% больше. В свою очередь, детсады обещают на эти деньги значительно улучшить меню. Подробнее в сюжете Александра Попова. В ближайшее время изменится размер оплаты питания в детских садах. Для детей это будет означать улучшение рациона, большее разнообразие продуктов, а для родителей увеличение оплаты в детских дошкольных учреждениях в среднем наполовину. Кладовая сухих продуктов детского сада номер 81 – дошкольная академия. Лапша и крупы в изобилии, однако повара сетуют, шоколада и сладости не хватает. Столовая может позволить себе лишь пряники и овсяное печенье. В овощах детсад недостатка не испытывает, а вот фруктами детей радуют пару раз в неделю. С повышением оплаты здесь ждут позитивных изменений. Что мы не доедаем, что мы не додаем детям? Это фрукты, это кисломолочные продукты, это мясо, рыба, творог, масло. Мы обязательно пересмотрим рацион по кисломолочным продуктам. Дети очень любят и йогурты, и снежки, и ряженку, и кефир. Фрукты обязательно. Не только бананы, апельсины, лимоны, рассмотрим, может, какие-то другие. С 2014 года родители платили за питание в детсадах из расчета 80 рублей в день. 4 года эта сумма не менялась. Для обеспечения полноценного рациона питания детей в детских дошкольных учреждениях были определены суммы для детей от 0 до 3 лет – 100 рублей, для детей от 3 до 7 лет – 120 рублей. Другими словами, если раньше родители платили за ребенка 1600 рублей, то теперь эта сумма выросла до 2400. Некоторые мамы и папы готовы раскошелиться. Думаю, мы это почувствуем, но я считаю, что эта мера обоснована, потому что цены растут, и качество питания от увеличения платы будет только лучше. А для кого-то это серьезный удар по семейному бюджету. Один ребенок еще может быть не так заметно, а у кого 2-3 ребенка – это уже сумма. Тем более молодежь сейчас, вот особенно здесь в Слободе, люди вообще, вот как сын у меня, в ипотеке. На второе у нас сегодня шницель с горошницей. В детских садах области как меню, так и расценки не изменятся. Например, в Болотном детский обед состоит из компота из апельсинов и обязательно хлеба, серого и белого. На завтрак рисовая каша и напиток из цикория. Ужинать будут рыбой, картошкой и чаем с лимоном. Желания воспитанников в стороне тоже не оставляют. Так и добиваются хорошего аппетита и пустых тарелок. В нашем районе установлена льгота для детей из многодетных семей. Родители вносят родительскую плату в размере 50% от установленной. Майское повышение коснется только новосибирских детсадов. При этом бесплатное питание и субсидии сохранятся за всеми льготными категориями. Александр Попов, Алексей Погудин, новости ОТС.